В Люберецкой областной больнице появился новый вид исследования – стресс-эхокардиография. Оборудование поступило в региональный сосудистый центр в рамках национального проекта «Здравоохранение» в этом году. Стресс-эхокардиография помогает определить признаки ишемической болезни сердца, увидеть пораженные участки артерий, куда впоследствии пациенту установят стент. Он позволит нормализовать кровоснабжение сердца. На УЗИ сердца мы смотрим, как работает само сердце, как работают клапаны, как оно сокращается. Мы тут видим сам миокард. Миокард поделен на несколько участков. И вот эти участки, как они сокращаются, мы это и рассматриваем. Мы фракцию выброса смотрим до нагрузки и после нагрузки. Перед началом велоэргометрического исследования врач проводит пациенту УЗИ сердца. Сначала мы смотрим сердце в четырех позициях и записываем перед началом нагрузки, чтобы потом нам сравнивать. Велоэргометрия выполняется на специальном тренажере. Исследование продолжается в течение получаса. Пациент выполняет возрастающую физическую нагрузку, а прибор непрерывно снимает его электрокардиограмму. Нагрузка каждые 3 минуты прибавляется. И мы смотрим, измеряем давление, смотрим за самочувствием пациента. У него есть стеноз огибающей артерии 60%, и мы должны определить, нужно ее стентировать сейчас или можно подождать пока. После физической нагрузки врач повторно проводит УЗИ сердца, сравнивает результаты и назначает дальнейшее лечение. В региональном сосудистом центре это исследование проводят больным, находящимся на лечении в больнице, а также пациентам, которых сюда направляет врач-кардиолог из поликлиники. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.